начался сезон пилингов для сохранения красоты и молодости. Отшелушивание ороговевших клеток необходимо не только для лица, но и для губ тоже. У Марике есть прекрасная система для ухода за губами с маслом ши. Это скраб, который очень нежно и деликатно отшелушивает ороговевший слой нежной кожи. Вот так вот он выглядит. Просто смываю сахарный скраб двухфазным средством для снятия косметики с глаз и губ. Перед применением обязательно отстряхну и наношу на ватный диск. Очень сладкий, даже если немножко съели, ничего страшного. Следующее, это я наношу бальзам с маслом ши для губ. Я его использую в течение дня по мере необходимости. Нежно-нежно увлажняет кожу. Всем хорошего вечера!